мы сейчас с вами говорим о травах для иммунитета. Эхинацея. Ну, про нее вообще можно долго рассказывать. Эхинацея у нас изначально на территории нашей не росла, ее привезли из Северной Америки, и она очень хорошо известна североамериканским шаманам. Это тоже культовое растение, она называется у них золотым цветком или вечерним солнцем по-другому. Ею эхинацеей лечили, ну, тоже почти все: головные боли, раны, разные ожоги, укусы от змей, венерические заболевания. То есть ее использовали часто как противоядие от разных ядовитых насекомых и змей. В эхинацее очень много микроэлементов. То есть она содержит цинк, селен, железо, марганец, кальций, серебро, кобальт. Ну, я не знаю, как бы, зачем нам кобальт, но, скорее всего, видимо, он тоже участвует в процессах, важных для организма, но вот она содержит в том числе. Она очень богата, эхинацея, витаминами, смолами, гликозидами, горькими веществами, сапонинами, то, о чем мы говорили, те, которые разрушают оболочку вируса. Вот она в коробочке, пожалуйста. Эхинацеи заготавливают и цветы, и стебли. Но, честно говоря, я за многие годы работы ни разу не видела коробочки, в которой были бы цветы. Трава в основном эхинацеи. Ну, то есть, может быть, там отдельно куда-то цветы идут, не знаю, в Германию, во Францию. Но, к сожалению, за все мои годы работы это всегда было в упаковке трава. Но, тем не менее. Интересное свойство эхинацеи – она подталкивает иммунную систему к самостоятельной работе. То есть, она вот как-то на уровне энергетики воздействует с нашим организмом так, что заставляет включаться внутренние ресурсы. И клинически доказано, что она обладает противовирусными свойствами и применяется при профилактике из ОРВИ и гриппа. То есть, когда люди, это уже со советского времени, люди знают, что если заболел, надо пить эхинацею. Вот поэтому я вам говорю, если знаете, что заболели, простуда, все, покупайте эхинацею. И также она очень сильный антисептик, и она активна по отношению к стафилококкам и стрептококкам. Это тоже друзья-товарищи, которые часто живут у нас на слизистой внутри бронхов. Их можно найти и на слизистой во влагалище у женщины. Поэтому, если вы найдете свечи с эхинацеей, замечательно, покупайте, используйте, если в этом есть необходимость. И ей можно спринцеваться, и ее можно пить для профилактики, или если вы знаете, что таковые у вас внутри в организме присутствуют.